Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Пенумбру. Вчера закончили на этом месте, у меня просто уже там был выворот мозгов, как говорится, потому что в этом коридоре меня постоянно убивали. Когда нажимаешь вот эту штуку, начинает что-то щелкать, и в коридоре гаснет свет, и там неминуемо ждет гибель. Что с этим делать, я пока не решил. Но сюда вот явно я не могу пройти, так что, возможно, позже что-то. Пока что оставим так. Короче говоря, может, что придумаем позже. Так, что у нас тут? Уже 5 этих штук непонятных. Это, похоже, просто бесполезные вещи. Тут у нас свалился ученый, я помню, я вздрогнул, как хрен знает кто. У нас еще один темный коридор. Да, темный и жуткий. Даже не знаю. Давайте подумаем, что тут можно сделать. Потому что, в принципе, там еще есть, конечно, куда идти, но уходить отсюда просто так, как говорится, не солоно хлебавши, неохота. Слышите, да? Что-то где-то щелкает. Щелкать-то щелкает, но... Но пройти-то в итоге не получится. Даже не знаю. Блин, даже поворачиваться к этому месту неохота. Ладно, я не знаю, что тут делать, честно говоря. Поэтому давайте-ка еще раз быстренько сохранимся. Потому что лишним не будет. И будем уходить отсюда, видимо. Как что придумаем, так вернемся. Так, ладно, погнали наших городских. Может, мне надо как-то осветить это все, я не знаю, конечно. Может, мне тут надо накидать сигнальных шашек. Ну ладно. Еще раз посмотрим сюда. У меня есть ощущение, что переключатель что-то делает именно с этим коридором. Но нет, нет. У тебя ничего нет, братюнь. Жаль, я не могу ее таскать. Я бы укинул тем странным чудовищем теневым на растерзание. А сам пока... Сам пока пробежал. Но нет, так нет. Как говорится. Давайте дальше по этому коридорчику смотреть. Что тут можно, что тут нельзя. Так, у меня есть фонарик. Да, в принципе, у меня ничего нету. Только эта пила, которая, в принципе, бесполезна. Где-то здесь у нас еще ходили недоброжелатели, поэтому нужно быть крайне-крайне осторожным. Но тем не менее... Не открывается и не поддается. Так, вот тут у нас требуется ключ-карта. Ну давайте отсюда обходить все потихоньку. Где-то здесь у нас ходит злодей. Вон он, кстати, идет. Да, он сюда идет. Или не сюда. Вот он. Давай. Уф, так, блин, до конца не закрылась, скотина. Не открывается и не поддается. Да что ж такое? Блин, на кой хрен я сюда шел? Погоди, я тут был? А, нет, я тут не был.
Просто похожее место. Вот так. Разбитое стекло и дырки. Мне будет спокойнее, если я буду в приседе ходить. По-любому. Так, это на что? Химическая лаборатория. Давайте зайдем. Я не знаю, конечно, как это нам поможет, если нам нужна ключ-карта. Но тем не менее, почему бы и нет. Черт, там утечка газа. Ну, давай сегодня туда не пойдем. Вернемся как-нибудь потом. А? Эй, мартышка? Я не мартышка. Че обзываешься, скотина? Они часть всего этого, они берут меня и запечатывают внутри, чтобы вирус мог расти. Они делят мой разум на части, помещают меня. Что с тобой творится, блин, а? То Кевин, то... Какого хрена? А, там у нас газ, но у нас есть противогаз. Тут ничего нет, похоже. Труба. Очень крепкая аварийная дверь. Только в самых экстренных случаях. Так, давайте наденем противогаз и осмотримся. Блин, ничего не видно в противогазе. Если я сейчас на кого-нибудь тут нарвусь, это будет в крайней степени неприятно, надо сказать. Заметка в блокноте. В химической лаборатории есть дверь, открываемая дистанционно. Хорошо. Откуда прорыв-то? Вот отсюда, что ли? Надо как-то исправить. Я, честно говоря, даже не знаю, как это исправить. Может, как-то эту трубу, которую я куда-то сюда кинул. Вот она. Подсунуть. Да нет, вроде. Ну ладно. Здесь, видимо, тоже ничего хорошего. Идем дальше, идем дальше. Что нам, впервые, что ли? Вроде бы тихо. Ой, блин, какое жуткое место. Твоя ж дивизия. Вот в чем проблема этой игры, это в том, что помещения здесь все совершенно какие-то... Ой. Иди нахер. Кто бы ты там ни был. У меня такое ощущение, что он не прошел через эту дверь. Уф. А он открывал дверь, но не нашел меня-то. А, и, судя по всему, именно туда мне куда-то и надо идти. Я вообще не ориентируюсь, честно говоря. Вот и он. Твою мать. Будь открыта. Нет. А, тут вообще заломано. Вот так, надеюсь, здесь безопасно. Ой, что-то я мотаюсь, везде все закрыто, везде что-то не хватает, что-то не то, блин, что ж такое? А, ну вроде тут никого нету, давайте займемся планомерным исследованием локаций, потому что если ныкаться из угла в угол, ух ты, азот. Если ныкаться из угла в угол, то ничего особо не хорошего не найдешь. Компьютер не работает. Хорошо. Батареечки. Запись.
Но записываться, я думаю, подождем. Хотя, в принципе, давайте запишемся. Может, там за дверью что-то непотребное стоит. Это будет печально. И начинать оттуда, от псарни, будет довольно-таки обидно. Так, короче, в этой комнате у нас было два столика. Пустых практически и ничего. Так, что у нас здесь? Уф, ладно. Так, по часовой стрелке. Компьютер. Да, с компьютером мне задача приключилась. Что здесь? Здесь тоже ничего. Здесь. Старая гнилая полка. Удивительно, как она еще держится. Батарейки. Вообще что-то мне подсказывает, что мы где-то уже недалеко от конца традиционного искусства, единственное, в котором я хоть что-то понимаю. Ага. Ладно, туда мы успеем пойти. А что у нас здесь? Тихо. Блин, какие страшные звуки, это же жопа какая-то. Ничего. 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 Да что ж такое? Опа! Хорошо. Так, у меня есть азот, у меня есть сера. Зачем они мне? Не понимаю. Так, ладно, что у нас здесь? Здесь у нас, похоже, ничего. Ага, я так и знал. Эта игра приучает к такому. Надо везде все облазить. И тогда что-то найдешь. Знаешь, вся эта химия рано или поздно она заканчивается неудачной дозой. Раз, и нет человека. А много не надо. Одного вируса для одного человека вполне достаточно. И не говори. Тут я с тобой соглашусь. Так, могу я? У меня монетка есть, нет? Монетки-то у меня уже и нет. Хорошо. Куда она подевалась, я не помню. Ну, подевался. Дверь в смотровой покорёжно пройти нельзя дальше. А, вот, химичная, нет, все правильно, все правильно. Так, я как-нибудь что-нибудь пододвину, надо, наверное. Давай. Отлично. Супа! Так, секундочку. Опа! Так, что у нас тут? Что у нас? А тут у нас, в принципе, ничего и нет. Только дверь подперта. Нажимается, нет? Ну, лучше я не буду этого делать. Да, понятно. Это мы, короче, туда привело нас. Так, это что такое на полу? Ничего хорошего. Что тут? Так, понятно. Отлично. Пусто. Хлор. Да что-то мы химии набрали всякой. Йод, хлор, азот, сера. Так, и все, что ли?
Ну, судя по всему, да. Осталось в той двери проверить, что находится. О! Что-то мне туда уже резко расхотелось. Но, в принципе, я надеюсь, он не встанет. Что за херня у него? Твою мать. Обалдеть. Ацетон. У нас уже 5 склянок. 5 склянок разной херни, разнообразных. Ожидается вот вещества химического соединения недостаточно. Ячейка для какого-то контейнера. Опять я пришел куда-то не туда, короче. Брон. А, судя по всему, я нашел все компоненты. Только для чего? Воронка для реаги... А, вот. Интересно, какая-нибудь последовательность должна быть? Я, честно говоря, вообще не представляю, что я делаю. Анализ успешно завершен. Инъекция образца не сделана. А, блин, где мой шприц? Шприца, похоже, больше нет. Так, ладно. Сюда еще, видимо, что-то вставить надо. Какой ты скотина страшная. Анатомия человека. Вокруг головы очень много всяких пометок. Прочитать можно только одно. Возможное место входа и от нее стрелочка к хребту. Короче говоря, нам нужно осветить темный коридор в питомнике. Я даже не знаю, как это сделать. Вообще не представляю, честно говоря. Мозги набекрень у меня от всех этих задач. Весь стол в крови, что ж тут было. Да, по-моему, чисто лаборатория какая-то. Не буду кэпом. Ладно, продолжим исследовать эти темные коридоры, я думаю, в следующей части. Пока остановимся. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.